На календаре март, 4 число. 4 марта 1762 года российский император Петр III подписал указ о свободной для всех торговле. По сути, он пустил товары в широкий коммерческий оборот. В частности, к числу сельхозпродуктов, которыми было разрешено свободно торговать, относилось и зерно. Самарское купечество быстро обогатело на торговле хлебом. Если в 1851 году в городе не было ни одного купца первой гильдии, и только 18 человек относились ко второй, то уже в 1886 году в Самаре было 30 первогильдийных купцов и 464 купца второй гильдии. 4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер изобрел своеобразный телефонный передатчик и назвал его микрофоном. Со временем и развитием научной мысли происходила постоянная модернизация устройства микрофона. Сегодня без него сложно представить многие достижения цивилизации, ведь распространение мультимедийных технологий неразрывно связано с передачей больших объемов информации, в том числе и звуковой. Поэтому, несмотря на свой солидный возраст, микрофон и сегодня остается востребованным техническим изобретением. Первые дипломированные женщины-врачи в России появились ровно 138 лет назад. 4 марта 1877 года в Петербурге состоялся первый выпуск слушательниц высших врачебных женских курсов. Но только в 1901 году женщину допустили к экзаменам на звание доктора медицины в одном из российских университетов. А 4 марта 1974 года в Куйбышеве большая группа женщин, участниц Великой Отечественной войны, объединилась в общественную организацию, назвав ее клубом «Фронтовые подруги». С годами городская общественная организация была преобразована в областную и был избран Совет женщин-участниц Великой Отечественной войны. Сегодня Самарский областной совет женщин-фронтовичек возглавляет Лидия Петровна Мунина. Во время войны она служила в Каспийской флотилии. Итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер Антонио Вивальди. Французский композитор, аранжировщик и дирижер Поль Мориа. Российский танцовщик, хореограф, певец Борис Моисеев. Советский путешественник, медик, телеведущий Юрий Сенкевич. Одна из самых востребованных актрис советского кино Лариса Лужина. Советский и российский актер театра и кино Вадим Яковлев. Популярный британский певец Крис Ри. Российский поэт-песенник, автор большого количества шлягеров Александр Шаганов. Все эти и многие другие известные люди родились 4 марта. А именины сегодня отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Дефедот. Сегодня день Архипа и Филимона. На Руси весь этот день женщинам полагалось проводить на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше. Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и проходившим мимо странникам. Оставшиеся же крошки нужно было бросать за спину. Люди верили, кинешь хлеб соль назад, по осени с хлебом солью будешь. Святого Филимона в народе называли по-простому – Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне внимательно наблюдали за живностью. Если пролетела чайка, значит, скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца, значит, снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые, тепло не за горами. Всего вам самого хорошего. Спешите творить добро.